Че, он у тебя даже загорается, что ли? О, встречаем Новый год! 11 мая! 11 мая! Мы елку нарядили! Вот, пожалуйста! Просто елочка наряжена! Ты снеговика еще слепи! Дубак такой, что можно лепить! А он лепится вообще? Ёлку не спали! Мешки играем! Конечно, шел. Какой, слушай, он большой! Лепится, лепится! Новый год написан! Ну, пожалуйста, бенгальский огонечек. Видите, красиво он смотрится. Ну, мы же не рассчитывали. Это остатки древней росписи. Ты ему хоть что-нибудь-то влепи. Хотел у тебя кривой. Какая разница? Шапки нету, но сделаем из палочки. Пойдем. Что-нибудь? Вон проволочка. Нет, проволочка некрасива. Сделаем из палочки. Красивый нос. Вот он. Произведение искусства. Просто 11 мая мне в сапог насыпался снег. А я в ушах хожу. Ой-ой. И вот яблони в цвету на 11 мая. Яблони в цвету. Пипец он идет. Так, давай запечатлим твой шедевр.